Добрый день, с вами Инна, компания «Мой Мерсин». Мы с вами сегодня находимся в районе Давултепе. Буду показывать вам прекрасную квартиру 2 плюс 1. Кстати, в этом комплексе у нас их на продажу 2. Комплекс состоит из одного блока, закрытая территория, бассейн, беседка. Далее очень удобная локация, так как снаружи очень развитая инфраструктура, общественный транспорт, маркеты, аптека, все в пешей доступности. До моря всего лишь у нас 350 метров. И, как вы можете подумать, я сейчас нахожусь не в квартире, а в подъезде данного комплекса. Вот такой вот очень красивый, уютный подъезд у этого комплекса, куда вы можете спускаться с друзьями, посидеть здесь, пообщаться, почитать, найти здесь свою квитанцию, поискать, найти, посмотреть, сколько долгов вам приписали. Все, поехали смотреть квартиру. Итак, мы с вами зашли в квартиру, перед нами открывается вот такая вот прихожая. Обратите внимание, какой здесь шкаф везде большой, он четырехдверный. Смотрите, сбоку полочки, здесь вешалка для верхней одежды и чья-то афиша, но мы его вам не покажем. Очень интересные фасады, мне нравятся, с зеркальной вставкой. Проходим с вами далее, начнем просмотр слева направо. Здесь коридорчик небольшой, и первое помещение — это общий санузел. Здесь у нас душевая, мойка, шкафчик под мойкой, над мойкой шкафчик с зеркалом. Все необходимое есть. И далее переходим с вами в родительскую комнату. Посмотрите, родительская спальня такая довольно-таки просторная, светлая. Имеется панорамное окно на южную сторону с небольшим французским балкончиком и с видами на территорию комплекса. Правда, за комплексом строится еще один дом. Сейчас, на сегодняшний день, через дом есть вид на море. Это я к тому, что оно близко, но его потом не останется, к сожалению. В родительской спальне также имеется свой родительский санузел. Здесь тоже он полноценный санузел, душевая кабина, инсталляция, мойка. Все необходимое, все есть. На полу ламинат. И пройдемте теперь в детскую комнату. Вот такая вот детская комната, также на полу ламинат, во всех комнатах радиаторы уже стоят, то есть газ доведен до дверей, осталось только подключить. В детской комнате также имеется панорамное окно с небольшим французским балкончиком на южную сторону. И хочу обратить ваше внимание на эти потолки. Посмотрите, какие здесь высокие потолки. Квадратура комнаты примерно 12-13 квадратных метров, то есть она не маленькая. И пройдем далее. Далее перед нами открывается кухня, совмещенная с гостиной. Кухонный гарнитур П-образной формы. Он очень просторный. Посмотрите, сколько места здесь есть, чтобы развернуться для готовки. Мне очень нравится, что она супер просторная, большая. Все ниши под технику подготовлены. Каменная столешница, мойка-смеситель уже есть. Посмотрите, вот такие вот сверху шкафчики. Также выдвижные ящички тоже имеются. Единственное, хочу сказать, что вот эти вот ручки, они супер неудобные. Несмотря на то, что у меня пальцы не такие жирные, как Лани говорит, но все равно они как-то не очень удобно открываются. Может быть, со временем, если пользоваться, конечно, адаптируйтесь. Здесь вот такой вот небольшой островок, который делит гостиную, отделяет гостиную зону от кухни. Переходим с вами в зону гостиной. Вот такая здесь тоже просторная гостиная. Можно вполне поставить диван, зона ТВ. Это уже как полноценная обеденная зона идет, так как здесь, смотрите, даже есть место, куда ноги девать, как говорится. С гостиной у нас имеется вот такое вот большое окно на всю стену, джам остекление.
на южную сторону с видом на территорию комплекса, на бассейн. Если после окончания этой стройки перед домом, если вот так вот, вот сюда вот на диванчик сесть, посмотреть, то вот кусочек моря я вижу. Но единственный минус... Море, кусочек. Если вы сюда поставите газовый котел, то придется уже вот так как-то смотреть на нее. Вот такая вот квартира у нас с вами сегодня на обзоре. Квартира 2+1, очень светлая, много света, много воздуха. Мне очень нравится то, что высокий потолок. Район Даултепе 75 Йыл называется. Наша квартира находится на втором турецком этаже, это как российский третий этаж. Закрытая территория, свой бассейн, беседка, детская площадка небольшая имеется. В принципе, все необходимое есть. Ничего... кстати, общественный транспорт тоже здесь недалеко, за комплексом. Если вас заинтересовал данный объект, пишите нам по указанному номеру. Всем с удовольствием ответим и до новых встреч!